Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать такой анимированный проигрыватель PowerPoint. Сперва создаем пустой слайд и вставляем наше фото. И будем использовать эту фотку как фон. Для этого обрежем его под размер слайда. И чтобы фон не сливался с остальными объектами, нужно понизить резкость и яркость, как показано на видео. Готовую фотку можно растянуть на весь слайд, но есть вариант получше, то есть копируем фотку, нажимаем на белый фон, дальше перейти на формат фона, где выбираем рисунок или текстура, а дальше буфер обмена, и автоматом вставляется скопированная фотка как фон. Дальше рисуем прямоугольник со скругленными углами, переместим фигуру по центру и посередине. Тут нам контур фигуры абсолютно не нужен, просто меняем цвет заливки на белый, а также задаем тень. Следующий объект у нас основная фотка, которую нужно обрезать как квадрат со скругленными углами, чтобы сочеталась по дизайну. А теперь вставляем фото пластинки. Как вы заметили, тут есть фон, который нам вообще не нужен, поэтому удаляем его с помощью инструментов PowerPoint. Если вы не знаете, где взять картинки для презентации или же про удаление фона этих картинок, то в описании я вам оставлю ссылку на мое видео, где вы можете найти полезную информацию. Убираем середину пластинки сразу же, так как там будет вставлено фото. Одновременно нажимая на кнопки Shift и Ctrl, передвигаем копию рисунка. По размеру ставим по центру пластинки и дальше группируем их вместе как один объект. Также вставляем фото иголки, которому задаем тень. Остальные объекты, такие как иконка «Избранная», плейлист, пауза и так далее, я за минуту нашла в обычном интернете, просто используя свои лайфхаки. Дальше уже текст, то есть в нашем случае это название песни и исполнитель. Вы можете выбрать любой шрифт на ваш вкус, но я вам советую выбрать более строгий, то есть тут уже курсив или же другие шрифты не подойдут. И обязательно обратите внимание на выравнивание по краю. Все должно быть ровно. Поверьте, это очень важно. В конце вишенка на торте. Выделяем нашу пластинку, далее переходим в раздел «Анимация», выбираем «Вращение», чтобы вращалось медленнее, длительность меняем на 7 секунд. Если хотите, чтобы анимация началась автоматически при запуске презентации, то можете изменить его в разделе «Запуск». Надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока!